В Сумской области пронесся ураган. Пока известно об одной погибшей женщине в селе Степановка. На нее упало поваленное шквальным ветром дерево. Пострадавшую увезли в больницу с черепно-мозговой травмой и тяжелыми переломами. Спасти ее не удалось. Ураган с ливнем обрушился и на Суммы. Убытки еще подсчитывают, они немалые, хотя стихия бушевала всего 15 минут. Многие дома остались без кровли, выбиты стекла, повалены десятки билбордов и электроопор. Коли почався буревій на сусідній вулиці, ми бачили, як впав стовп з електромережею та впало дерево. Потім сусіди повідомили про те, що з нашого будинку злетів дах. На сьогоднішній день в нас відкрито 70 метрів квадратних даху зверху, натягли плівку.